попрошу вашего внимания, пожалуйста. Нам сообщили печальные известия. Это Эверберт Грина, шериф округа. Брайс Уокер найден и подтвержден от смерти. Исключительно желаем отыскать человека, убившего моего сына. Мы работаем в раннем режиме, дознаемся о произошедшем. Тех, кого мы знаем, могли бы учинить предел. Вроде... Брайс Уокер многим причинил боль, но той, кому нанес неимоверные страдания, была Джессика Дэвис. Некто застрелил Брайса. У Тайлера есть пистолет? Давай-ка поясни. Клянусь, пустое! Вообще не догоняешь, лады, Клей! Ты же не Васил Брайса, точно не жаждал погибели. Ведаю, Брайс надел тебе горсти. Верно, что-нибудь поведаешь? Вот нашел. Клей Дженсен! Ни слухом, ни духом, но полиция подозревает тебя! Потребуется прикрыться и избавиться им. Просвети по эту ночь, Тони! Способен начитаться поминутно. Коли пытаешься оправдаться, следует выглядеть целесообразным. Мандражирую. Курс необходимости сказать, что это раньше. Это не неизбежно. Идут один нахуй с их бытия, лучше без него. Чего учудил? 13 причин почему. С 23 августа.